Меня зовут Джордани Йованович. Я дитя Беларуси. Сирота из твоего племени. Ты должна мне помочь. Ты обязана. За тобой долг. Слушай, я заключила сделку, когда взяла этот отель, на том условии, что буду следовать правилам правления кланов. Если ты не убьешь его, то он убьет тебя, а потом, вероятно, и меня за то, что привела. Одна моя маленькая ошибка, один новый враг. И думаю, кто-то начнет искать мою дочь. Ты сделал невозможное. Остановился, соскочил. Вернулся лишь потому, что Хелен у тебя отняли. Вопрос в том, кем бы ты хотел умереть? Бабой-ягой? Последним, кого многие видят в жизни, или мужчиной, который любил и был любим своей женой? Кем бы ты хотел умереть, Джонатан? Сэр! Опустите оружие! Он же экскомьюникадо. Если не хотите стать им сами, советую вам опустить оружие. Я хочу видеть управляющего. Конечно. Будьте любезны, следуйте за мной. Джон, ты неподражаем. Смертельно усталый, один против всех, страдая от боли. Ты одолел всех моих учеников. Если бы не приказ тебя убить, мы стали бы приятелями. Я оказываю услуги уже 40 лет. Вы оказываете услуги правлению кланов. Здесь все подчинено правлению. Понимаю, у вас есть собственные пристрастия, но такого мы не прощаем. Я здесь, чтобы судить вас. Даю неделю привести в порядок дела. Простите. После чего будет назван ваш преемник. Думаешь, после всего того хаоса, что ты учинил, это еще действительно? Или ты забыл, что Руска-Рома подчиняется правлению кланов? И что правление превыше всего? Они убили бы меня просто за то, что я говорю с тобой. Ты оказал мне честь тем, что привел смерть на мой порог. Идите за самой яркой звездой. Идите, пока у вас не кончатся силы. А там идите еще. И когда будете испускать последний вдох, он вас найдет. Или не найдет. Я дам тебе последний шанс заслужить жизнь. Возможно, не такую, какую ты хотел. Исполни для нас задание, и экскомьюникада отменят. Контракт на тебя закроют и позволят тебе жить дальше, но ты будешь выполнять волю правления и заниматься тем, что так хорошо умеешь.